Главная достопримечательность парка получила новый облик благодаря усилиям депутатов областной думы и городского законодательного собрания. С просьбой благоустройства парковой зоны и реставрации любимого многими железногорцами фонтана к народным избранникам обратилась группа ветеранов Михайловского ГОКа. Оперативное рассмотрение вопроса депутатами позволило заложить средства на его реализацию в программу трехстороннего социального партнерства между компанией «Металлоинвест» и администрациями города и области уже на 2017 год. Потенциал для развития, для жизни, для работы у нас огромный. Главное правильно применять те силы, умения, старания, которые есть у наших горняков, у наших предприятий-партнеров, которые помогают также в городе. Вот мы все это делаем, и сегодня я уже говорил, в рамках трехстороннего партнерства, которое работает в нашем области уже не один год, между администрацией Курской области, между городом Железногорск и управляющей компанией «Металлоинвест». Это делается все, конечно, для тех, кто стоит сейчас за моей спиной, для наших детей, для нашего будущего. Новый фонтан не нарушил сложившийся архитектурный вид парка. Более того, в ходе реконструкции приобрел современный облик. Системы гидравлики и электроники создают оригинальные водяные каскады. В вечернее время, благодаря подсветке, они заиграют и яркими световыми переливами. Здесь люди, которые работают с 57-го года некоторые даже. Вот мы общались. Это же было чисто гречишное поле на этом месте. Потом вот у нас, сейчас мы выпустили альбом, значит, в котором есть фотографии. Там вообще не поймешь, где какие улицы еще. Деревья были вот такие маленькие, там метр-полтора, огороженные деревянным ограждением на улице. Сейчас это, видите, огромные липы, клены, каштаны у нас прекрасные. Зеленый, замечательный, теплый, уютный дом, общий наш дом, наш общий дом, наш родной Железногорск. С первых минут работы фонтан приковал к себе всеобщее внимание. Особенно радовались волшебному зрелищу юные железногорцы. Мне понравился больше всего фонтан. Он такой яркий и красивый. Концерт мне понравился. И фонтан тоже очень красивый. Мне понравился фонтан и все такое... Как будто в сказке. Праздник хороший и смешной. А фонтан – спасибо всем, кто его придумал. Вклад Михайловского ГОКа в благоустройство Железногорска оценили и гости города. У нас предприятие в городе мощное. Я здесь родился, прожил всю свою сознательную жизнь. Но по воле судьбы оба служить на Кавказ. Вот заехал на 2 дня и попал на ваш праздник. Конечно, город, предприятие такое мощное, оно должно содержать город. В чистоте, в порядке, делать все. Ну, здесь не знаю, сколько в городе я там жил с 77-го года. Всегда что-то красивое, доброе, хорошее делать. Мне кажется, что вот именно предприятие, ну, много для города делает и делало всегда, и я думаю, что будет делать. Обновленный фонтан стал ярким подарком и для ветеранов, и для молодежи к 60-летию Михайловского ГОКа. Реконструкция городского парка будет продолжена.